Приветствую дорогого зрителя на своей платформе. С вами Александр, канал Клуб Садоводов Хабаровск. В этом видео я хочу вам устроить краткий обзор новинок, что я приобрел. В чем я храню семена? Вот он у меня бокс, вот такой, видите, для бумаг. Он тут по буковкам подписанный. Очень удобно в нем хранить документы и семена. В самом низу я укладываю. У меня здесь вот такие тетрадки, у меня там еще на полке лежат. Они с торцов подписаны: мультифлора, виноград и рассада. И там у меня еще по розам есть еще одна тетрадка. И некоторые рецепты. В них я записываю числа, когда я произвожу посев, когда пикировку, это как с самого первого случая начал, как начал заниматься этим. И примерно равняюсь к тем числам. Также в них у меня обработки винограда, обработки смородины, размножение хризантем. И очень удобно вести такие тетрадки. Раньше я пользовался ежедневником. Тоже удобно. Листаешь, долистал, увидел, о, сегодня пора сеять. Итак, у меня здесь также разложены по месяцам. Вот, я их достаю. Перец, баклажаны. Сеять я уже буду их сегодня. У нас уже конец февраля, и пришла пора сеять. Если кто-то заметил, я тут уже вам тарочки припас. Сейчас буду этим, после этим будем заниматься. Это у нас февраль. Потом март, апрель. Томаты и другие семена. Тут я больше для экспериментов набирал. Тут еще есть и томаты, и цветочные культуры. Все это будет у нас на видео. Убираем обратно. Далее. Май. Арбузы. Там некоторые сорта капусты. Патиссоны. Огурцы. Это в мае. Ну, тут тоже больше огурцов, больше взято для видео, которые в цветных упаковках. Почему? Я каждый год высаживаю огурцы селекции нашей, дальневосточной селекции. Это дальневосточный НИИ сельского хозяйства. Хорошие сорта. Я представляю вам сейчас несколько фотографий. Это из этой оперы. Миг, каскад, хабар я вот каждый год высаживаю. А здесь их, по идее, 8 сортов должно быть. Но я нашел сегодня 7 в одном из магазинов. Для чего я так много набрал, потом скажу. И недавно у меня женщина попросила купить ей и переслать в Москву все 8 сортов. Я для нее нашел, переслал. Посылочка успешно пошла в Москву. Жду ее отчета, что посылочка доставлена. Огурцы, посмотрите фотографии. Представляю, это мои фотографии. И есть видео, как я солил их на даче. И видео обработок, подкормок всех моих огурцов. Они не прихотливы. И так на них описано: раннеспелые, высокоурожайные, устойчивые к болезням, универсального использования. Ну и плоды у всех этих сортов от 12 до 15, по-моему, сантиметров. Хорошие огурцы, очень рекомендую. Но настоящие, которые вот от них, они вот в таких бумажных, в простеньких упаковках. Даже в магазине не всегда на витрине сразу их увидишь, потому что в глаза бросаются вот такие красочные. Посажу подсолнух, нашел сегодня в магазине. Я пион покупал и вот увидел там. Кстати, про пион тоже смотрите видео, у меня он руки в зеленке, я его только что пересаживал. Тут пишется домино сорт, тут пишется его высота 1,5 метра, 1,80 м, по-моему. Но на самом деле я 1,88 м и плюс вытянутый плоскорез Фокина, там получается, по-моему, то ли 3,5, около 4 метров, 2 года подряд он у меня вырастал.
Второй год я его не сеял, это семена оставались подсолнухов, но больше декоративные, это мелкие семена для птичек выращивал. Вот такой толстенный ствол, я его прям подвязывал, и у нас остров, ветра, в общем, сносило его 2 года подряд. Эти огурцы вот этой самой селекции, я для эксперимента их укладывал в холодильник, в морозильную камеру, это чтобы убедиться для себя, будут ли они, не будут ли они замерзать. Ну, меня магазины уже убедили, то, что мы же их получаем сейчас зимой, ничего страшного в этом нет. И далее из новинок, за которые, собственно говоря, я хочу поблагодарить Елену Львовну, магазин «Дачное счастье», Хабаровск. Она мне подарила вот весь этот набор, и тут, наверное, даже еще не все. Я вам сейчас покажу. Белые огурцы «Невеста». Хочу вырастить в этом сезоне. Подробно я не буду описывать, описание почитать. Это правда займет очень много времени. Я просто буду потом снимать видео по отдельному сорту, когда будем, ну, обзор урожая и так далее. И тогда я буду постараюсь сохранить пачки, и я больше расскажу и подробно по каждому сорту. Вот этот желтый медок. Представляю фотографию. Извиняюсь, оранжевый медок. Очень хороший арбуз, скажу кратко о нем. Небольшого размера. В первый год, в первый сезон они у меня получились там штук 8, по-моему, на грядке. И все в один день я собрал. Отличный арбуз, если попадется, F1, правда. Жалко, что семена не получается с него потом использовать. Отличный сорт, вкусный. Ну, арбуз свой, он любой вкусный, даже и красный, и вот такой оранжевый. Прекрасный сорт, мне понравился. Почему я люблю небольшие, потому как мы возим на теплоходе с острова. Мне удобно вот такие возить по 3-4 штуки. Томаты. Вот такой. Майкл Палан. Попробуем. И попрошу, кто выращивал подобные сорта из этих перечисленных. Многие из них я еще не выращивал. Тут интересный сорт будет баклажан японской селекции. И семена премиум класса покажу. Кто выращивал что-то подобное, напишите, пожалуйста, отзыв в комментарии. Потом из тех, которые выращивал уже я. Это не пасынкующие. Кто-то у меня, многие спрашивали в соцсетях название, как он называется, пишу не пасынкующийся, красный с носиком и оранжевый с носиком. Вот эти два сорта я выращивал, и название говорит само за себя. Уход минимален, просто отщипываем нижние листочки, видео тоже есть у меня на канале, как я за ними ухаживаю, чем я подкармливаю, и вплоть до сбора урожая. Отличные сорта мне понравились. Растут гроздями и, ну, просто прелесть. Попадутся, тоже рекомендую. Но мы покупаем все зимой, чтобы потом не бегать. Такие я не выращивал. Грибное лукошко захотел в этом сезоне. Я уже обзор устраивал. Такие вот, ну, необычные формы, в общем, томаты. Вот такие взял. И вот еще название не выговорить. Читайте. Заинтересовал вот этот баклажан, я буду сеять и сниму видео отдельно. Тут не написано число посева, но я буду сеять так же, как и сею свои баклажаны, наши привычные, буржуи, фиолетовый шар там и так далее. В чем он мне понравился? Он салатный баклажан, 5 штучек семян всего, семена дороговатые, скажем так, не помню сколько стоят, ну, дороже, чем обычные семена сады Азии. Салатный, в общем, он, его кушаем, можно не коптить, не варить, не жарить, не тушить, ничего с ним не делаем. Просто режем и кушаем. И свекла тоже я видел, у них там была такой же селекции. Именно без всякого приготовления, в сыром виде употребляем. Ну, естественно, вырастим, попробуем, я скажу, как оно. Это уже будет в конце сезона. И тогда уже смогу рекомендовать. Пока
для пробы. И два перца. Мегатон золотой F1, перец сладкий тонкостенного типа. Вот такой. И гиганта роса, тоже F1. Попрошу всех, кто выращивал подобные вот эти вот культуры, отпишитесь в комментариях, как они вам. Ну, про которые я выращивал, я уже рассказал. Потом, кого интересуют подобные сорта огурцов, я представил фото в этом обзоре. Пишите мне ВКонтакте в группу, в Одноклассники в группу. В Одноклассниках я. Ну, в общем, вечером захожу и туда, в группы именно. А в личке в Одноклассники я всегда на связи. Пишите, обсудим, и если вам нужно какое-то количество, то можно будет переслать. Я раньше побаивался почты, ну не то, что побаивался, а были просто такие моменты заложились, что, в общем, не хотелось туда просто ходить. Вот эти ошибки с фамилией, когда переводы делал, в общем, потом так все растягивалось. А тут перевел без всяких проблем. На этом заканчиваю свой краткий обзор. Я вам рассказал про свои новинки, про как я храню. Никаких секретов тут нет. Все очень просто и удобно. На этом с вами прощаюсь ненадолго. Пойду сеять баклажаны с перцами. С вами был Александр. Спасибо всем огромное за внимание, кто досмотрел до конца. Всем пока!